Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в городе Богородицке, улица Защитная, 10, Тульская область. Итак, светофор привезли вот такие, такую бордюрную ленту. Цена 133 рубля 50 копеек, 9 метров. Россия производитель. Они вот в таких пакетах тут по три. Так, раз, два, три, четыре штуки они. Еще никто их не разрывал. Эту упаковку, вот 4 штуки здесь их. Ну, еще никто не доставал, не берет еще никто. Не могу показать, потому что они все упакованы. Так, колышки 5 штучек. Садовые вот такие. Цена колышек. Так, 112 рублей 20 копеек. Вот такие колышки. Смотрите, какие. Садовые. Привезли вот такие шторы для кухни. Смотрите. Так, 140 на 170 для кухни. $350. Вроде так. Цена, уже сорвали цену. Я на кассу ходила, спрашивала. 350 рублей. Вот такие шторы. Смотрите, там очень много разных расцветок. Вот такие есть. Ну, я взяла одну упаковочку поглядеть, как будет. Посмотрим, как это будет. Хотела заменить. Может быть, и на спальню, но зеленых не нашла. Под цвет обоя хотела подобрать. Или белые взять. Посмотрим. Может, еще сейчас возьму. Так. Здесь что-то написано. Для здоровья питомца. Собака, так, колбаска, 67 рублей, 120 грамм. Вот такие колбаски приморские. Нет, не приморские, а парская колбаска. Любимый кусочек собаки. Говядина 50%, 40% курица. Для собак такое лакомство. И цена, я уже сказала, 67 рублей. Такое лакомство для собак. Все проходят и не видят. Вот такие колбаски. 67 рублей. Все удовольствие. Так, это что здесь интересное? Все в палетах. Ассорти вот такое. Так, цена. Нет этой цены на это. Там только на молочный шоколад, который в двух. Вот такой, смотрите, сейчас. Вот он. Такой шоколад. Набор молочного шоколада по 200 грамм. Две штучки. Нет, две штуки. Ну, 200 грамм это две. А одна 100 грамм. 85-70 стоит. 85-70. Вот тут это. Эта упаковочка 200 грамм. Одна штучка. Одна шоколадка 100 грамм. Привезли табуреты круглые, 312 рублей 50 копеек. Вот такие опять. Очень много табуретов. Стул складной Ника. Нагрузка до 120 килограмм. 1229,60. Вот они. Ой. Все упаковано. Вот такой. Вот такой. Ой, не вытащу. Бесполезно. Все под в этих палетах. Все в палетах. Даже вот я сейчас найду. Сейчас посмотрю. Вот, смотрите, нашла фотографию. Вот так он выглядит. Спинка. Вот такая. Видите, нашла фотографию. Все запаковано. Золотая искра, 900 миллилитров спрей, 199,50 рублей. Вот оно. Ой, сейчас достанет. Вот такое. Вот он, вот он, вот он. Так, цветочные растения, от 3,
1 литр на 10 квадратов. Так, декоративные отли 1 литр на 5-10 кустов. Вот такой, смотрите. Отли от белокрылки и цикадок какой-то еще. Не знаю таких. Посмотрите, сейчас я вот так покажу. Вот белокрылка и цикадок это показываю. Вот так. Вот, прочитаете. Теперь я навела камеру хорошенько. Все очень спрашивали, и сейчас берут по 2 пакета наполнитель древесный. 37 килограмм, 168,70. Берут очень сильно. У всех кошки есть. И поэтому все берут. 2 палета только выделили. Еле выпросила. Вот заведующая никак не привозили. Гаунд привезли от травы сорняков. Вот он в упаковочке. Уничтожение сорняков. Так, цена его 21. Нет, это приманка. Так, а гаунд этот. Так, 244 рубля 90 копеек вот это стоит. Вот этот от сорняков. Так, от крыс привезли. Приманка 21 рубль. Вот она. От крыс. Эффективная. Чистый дом. И смесь бордовскую сейчас покажем. Тоже. Вот там, с той стороны, здесь все закрыто. Сейчас, секундочку открой. Ой, с той стороны никак. Вот здесь она, вот она, покажу. Смесь бордовская. Так, цена ее 45 рублей за 200 грамм. Привезли для кошек. У меня спрашивали сухой корм. Девчонки, вот привезли 1,5 килограмма мяса куриц с овощами. Для взрослых кошек старше года. Вот такой, смотрите. Специально для вас. Все покажу, потому что очень много кошатников у нас. Так, Москва, Россия, произведено, Московская область, Запрудная. Цена 220 рублей 80 копеек за 1,5 килограмма. Контейнер вот такой нашла, большой. И там еще в этом контейнере еще есть контейнеры. Смотрите. Так, раз, два, три, четыре, пять там. И еще маленький, шестой. Не знаю, ничего, ни ценника нет, не могу сказать, сколько чего стоит вот такой контейнер. Потому что только привезли, поставили в палетах. Шампунь 400 миллилитров 63 рубля 10 копеек. Вот такой шампунь есть. Сейчас мы его поставим. Вот шампунь. Так, гель для бритья 149 рублей 200 миллилитров, пена для бритья 400 миллилитров 98 рублей. Вот такая подставочка с двумя емкостями 0,7 литра. 158 рублей 30 копеек. Производитель Россия. Такая. Сейчас увидела. Такая она. Все запечатанная. Так, а это что? А вот такая емкость тоже. Контейнер для сыпучих товаров. 0,75 литров.
51,90. До 2 литров не доходит. Вот такие вот. За 51,90. Вот такая емкость. Делений нету здесь. Вот такой только орнамент. Цветочек. Набор для сыпучих товаров. 1,3 литра, 2,2 литра и 4 литра. 234 рубля 10 копеек. Вот они наборы. Сейчас тут все надо вытаскивать. Вот, смотрите, вот такой. Ой, вот он здесь, вот так. Вот он. Видите, это наборчик. 234 рубля вот это стоит. Хочу сказать, здесь деление есть на этой, на большой. На тех не знаю. Надо все вытаскивать. И на этих тоже. Вот деленица я нашла. На маленьких тоже. От Бельвити приехал. Вот такой пятновыводитель. 31 рубль. Так, нет, это гель. Гель. Пятновыводитель. Сейчас посмотрим. Так, сколько содрали уже, наверное. Нет, цены нет пока на пятновыводитель. Нигде. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина.